Всем привет! Вы на канале о кубике, с вами я, Макс Мастер. Мы снова в деревне. И я немножко приехал, подрастроился. Смотрите, что на заднем плане у меня. Этот участок я хотел приобрести себе. Ну, Женя говорит, зачем тебе? Там через два дома наш домик. А это, блин, я хотел тоже. Он здесь не жилой был, смотрите, развалили. Бляха-муха, это этот арендатор озера купил, представляете? А говорили, нельзя, это колхозный... Типа колхозная земля. Здесь такой домик стоял старый, сарай развалили. Вот и все. Я немножко подрастроился, хотя я ехал сюда и думал, так, ага, надо может заехать это спросить участочек. Я хотел снести и здесь что-нибудь, такую баньку какую-нибудь залупить. То вообще говорили, что я олигарх, наверное. Уже было бы 50-100 соток. Да, ну ладно, кому-то нужнее. Вот так прошелся, знаете, по деревне. Здесь тишина, ветер. Так что сейчас пройдем обзорчик по нашему участку любимому. Мои любимые подписчики постоянные, они уже знают. А вновь прибывшим приятного просмотра. Что мы будем сегодня делать? Сейчас зайдем, здесь работы куча. Был домик и нету домика. Жалко. Так, зашли в свои владения. Все, смотрите, снежок сошел. Крот, как всегда, ну, вроде бы успокоился. Знаете, у нас был недавно сюрприз. Все, вот такая погодка, солнышко, да, замечательно. Вчера как лупанул, блин, снег. Вообще невозможно было проехать, представляете? Что здесь, туйки, туйки растут. Здесь растут. Моим постоянным подписчикам хочу совета. Хочу попросить у вас совета. Смотрите, я хочу купить туи купить, да? У нас здесь питомник есть. И посадить их, допустим, смотрите, здесь вдоль так забора. Здесь вдоль забора. Так, и с той стороны вдоль забора. Женя говорит, зачем тебе это туи? Ну, я просто хочу сейчас посадить, туи растут. Растут как бы не очень быстро, можно сказать. А у нас годы летят, и как раз... Через лет, может, 10 каких, они вырастут вот такой, в уровень этого заборщика. И будет, мне кажется, красиво, уютно, когда ты выходишь. И мне нравится, когда вот такие вот туи будут. Смотрите, я ее укорачиваю, она, видите, широко идет. Ну, это здесь была туйка. Вот посоветуйте, стоит мне делать или нет. Просто некоторые говорят, на участке, где есть вот какие-то плодовые деревья, лучше не садить. Ну, у мамы плодовые деревья и туи, нормально. Ну, просто посоветуйте, пожалуйста. А здесь все прекрасно. Все прекрасно, кроме... Кто-то здесь ящик пораскидывал. А кто-то пораскидывал, не понял. Он здесь вообще был. Такое ощущение, что здесь были... Знаете кто? Кто шкодничает? Детвора шкодничает. Кормушка. Кормушечка кривая, никогда не кривилась. Кто здесь садился? Аист есть, что ли? Блин, кто-то здесь реально прыгал, смотрите, потому что даже гвоздик сошел. Это мне что-то не нравится. Или... Это знаете, что здесь было? Я вам сейчас расскажу, что здесь было. Ладно, я потом без вас сделаю. Здесь, наверное, такой ветер здоровенный был. Потому что ящик снесло и эту вот кормушечку. Так, что? Орешки. Все, смотрите, все, снег сошел. Я под каждые деревья покидал золу, видите? Уже будет расти. Орех плоды не дает. Говорят, чтобы орех давал плоды, надо его испугать. У бабушки моей где-то 5 лет не давал плоды. И когда там косили траву и чайно зацепили, ну, ствол, он почти чуть не погиб. И что вы думаете, зажила эта рана от триммера, и он начал орехи давать. Испугать надо. Голубишечка моя, голубичка. Я ее в этом году, знаете, я ее обрезать не буду. Я всегда обрезал, пусть она растет, наверное. Более-менее прирастет. И я потом уже буду формировать кусты. Надо еще те опилки сюда поносить. Посмотрел, хотел торф заказать сюда тоже под опилки. Блин, стоит сумасшедших денег. Где дети деньги взять, бабки? О! Сережечки. О, орешек наш, фундук королевский.
Растет, молодец, разрастается. Все. На участке все замечательно, все растет, все прекрасно. Пойду переодеваться и буду что-нибудь делать. Там у нас виноградик. Виноградик спрятал. Так, может, у меня есть там профессионалы какие-нибудь по как обрезать деревья. Смотрите, это у меня растет грушка. Грушка, смотрите, идет основной ствол и два таких ствола по бокам. Мне как бы чешутся руки его немножко спилить. Ой, ну спилить, секатором отрезать. Надо его обрезать, не надо, потому что, смотрите, эти вот молодые забирают сок у этого. Этот не растет. По-правильному, мне кажется, их надо отчикать. Или хотя бы здесь чикнуть, чтобы пошел. Здесь отчикнуть пойдет туда. Ну, посоветуйте. Грядки перекопать надо. Ой-ой-ой-ой. Работы куча. Опа, черный кот. Черный кот дорогу перейдет. Черный кот. Здравствуйте. Здравствуйте. Идите сюда, кс-кс-кс. Иди сюда, иди сюда, кс-кс-кс. Иди сюда, не бойся, чего? Иди сюда, иди сюда, поглажу. Иди сюда, иди сюда, ой. Ай, ну иди сюда, иди. Иди. Если ты пришла, значит, здесь дают есть, правильно? Логично, логично. Значит, я не буду трогать. Иди сюда, иди, черныш, черныш, иди сюда, иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс. Все съели. Я когда уезжал, там понасыпал им. Рыбы, костей куча. Ну, как хочешь, давай, до свидания. А еще, мои дорогие подписчики, я чуть дома не упал. Вот, прямо реально не упал. Услышав слова от Жени. Она, знаете, что нам предложила? Говорит, может, козочек же, Максим, заведем? Я там чуть реально не упал. И она меня хотела добить. Будем делать свои сыры с козьего молока. Молоко. Ой. Ай, Женя, то курей не хотела, то она сразу. Коз. Сразу идет на большой куш. Зачем нам куры? Давай коз сразу. Не, ну план как бы хороший, но если заводить животных, это надо жить здесь. А чтобы жить здесь, мы в этом году утеплим домик. И можно будет уже что-то думать. Холодно на улице, блин. Когда-то уже зима уйдет. Я люблю зиму, но она уже реально достала. Сегодня что? Я сегодня планирую сделать этот потолок. Потолочек, видите, который уже подготовлены. Все, подвесы, все. Вот уровень выставили на одной рейкой. И в ближайшее время закупим с вами гипсокартон, привезем и сделаем потолок. Пока погодка суперская, я думаю, порежу на расстояние нашего камина эту дверцу, где, чтобы влазили все эти вот здоровенные дрова. Потому что я этот занес, а он не влазит. Смотрите, нам надо где-то сантиметров 6 отрезать. Сейчас возьмем длинные. Это я пользуюсь хорошей погодкой. Хотя холодновато. Здесь еще надо убрать, всю красоту сделать. Вот эти длинные, что я в кучу накидал. Мы сейчас все попилим, положим. И в ближайшее время сработаем. Сработаем здесь, потом почистим, все уберем. И перенесем наши классные дрова сюда. И будет уже вообще здесь красотища. Я, знаете, что подумал? У меня есть с бочки дубовой. Я, конечно, поздно закинул. Там была такая широкая доска. Я хотел сделать, хочу заниматься деревом. И, блин, хотел досочку сделать, знаете, для мяса, для овощей там нарезать. И, блин, я ее кинул в камин и не успел достать. Еще у меня есть с дубовой бочки, которая у нас была, видите, это дуб. Дуб. Вот это я хотел полить. Но, блин, хорошо, что Плюшкин включился, и я их полить не буду. Знаете, что я сделаю? Я сейчас выйду на свет и вам расскажу. Смотрите, я попробую с этой, с дубовой доски. Она уже настоящая, дубовая, просушенная, классная. Буду делать ложечки
И лопатки такие, знаете, люблю пользоваться. У нас здесь есть лопатка, я отреставрировал, что у нас валялось в старом доме. И здесь сделаю какие-нибудь, надо еще купить инструменты. Ну, это я буду делать для родственников, буду потом дарить. Сделаю ложку, наверное, и такие досочки, знаешь, досочками классно, сковороду не будем царапать. Блин, уже хочется руки чешутся сделать. Ну блин, ну это вот моя мечта. Я уже думаю, когда же вот все построю, переселимся, я просто буду заниматься своим делом, любимым делом. Все, короче, выносим и пилим. Поздороваться взял, смотрите. Сейчас март уже прошел, самец уже нагулялся, похудел, да? Кто тебе рыбку форель размораживает, кто? Ты, Максим. Да, я. Ай, хороший котик. Все, пилим. Пойду подкину дровишки, которые мы заготовили только что. Свеженькие, сочные, горячие. Дров хватит, смотрите. Ля-ля. Не зря поработали. Короче, что-то у нас пила стала застревать. Она криво идет, она идет вправо. Она уже тупая. Это я ее купил уже, наверное, это второй год я пользуюсь. А когда, ну, цепь бензопиле затупается, она идет криво. Я думаю, что здесь тоже, если этот круг затупился, он идет немножко в другую сторону. Нам надо просто поменять круг. Так что купим потом круг, потому что это без этой вещи, вот без этой. Я не знаю, нам бы было очень сложно долго. Это вообще, это мое счастье, это мое выручение, моя удача. Все, попилили, сейчас я это там отнес на террасу. На террасе нам хватит, а это мы занесем в дровешню. Потом Женька приедет, может Женька на два дня приедет. Будет топить. Без проблем. Без... Подкинула сухих дров. Гори ясно. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Пил. Ой, я два раза. Никогда не чихаю. Корона, бро? Не, не корона, бро. Ясненько, ладненько. Все. Значит, попилили, натопим камин. Подкинем в камин, натопим дом. По-правильному. Все, я буду делать потолок и потом покажу результат. Так что гоу-гоу. Вот пришли в спальню, чтобы я вам показал результат нашего потолка. И оба-нас! Я ничего не сделал. Чего не сделал, расскажу по-быстрому. Я начал вот эту вот, прикрутил одну часть.
направляющих. Здесь металлическая, и там будет металлическая. Супер получается, эта рейка влазит в то направляющее, в это направляющее. Чего я не буду сегодня делать? Потому что я хочу вот этот металлический профиль сделать идеально в уровень по всему периметру спальни. А этим уровнем очень тяжело. Я его держу, он где-то шевелится, и я боюсь, погрешность будет очень большая. Надо лазерный уровень. Лазерный уровень у Володьки я беру всегда. У него он немножко занят, он сейчас там тоже помогает куму делать второй этаж. Так что не получилось. Что в моих силах было, то сделали. Все упирается, видите, финансы. Чтобы были финансы, купил бы лазерный уровень. Все купил бы, только бы ходил бы, на кнопочки нажимал, все бы делалось. Ну, как бы освободиться будем делать. Так что сейчас уже будет скоро потепление. Будем вообще заниматься огородами. Побыстрее бы нам надо доделать этих два потолка. Еще и кухня. О-ля-ля. Что было в моих силах, я сделал. Увы, я хочу просто сделать как для себя, чтобы идеально было. Да, я мог бы здесь уровня понаделывать так. Ну, получится как получится. Но будем лучше делать раз и навсегда. Так что за это видео большое спасибо, кто смотрел. Не забываем подписываться, ставить лайки и комментировать. С вами был Макс Мастер. Пока, до новых встреч.